Сегодня настало время нашему руководству сказать конкретно, вот есть границы, и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на 10 метров. Вы тут же получите по полной схеме и калибрами, и всей мощью артиллерии и авиации. И тогда у них это не ядерное оружие, а обыкновенное. Эта хваленая польская армия будет бежать, задрав колени до Варшавы.